Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 3М. Брус разложили, уже каркас почти собрали, один торец обшили. Дособираем каркас, второй торец. Уже в стадии там дверная нарезка. И все по ходу собираем, монтируем. Вот закончили монтаж теплицы арочная 3М, 3 метра в ширину, длину 6 метров. Свалена теплица с профильно-оцинкованной трубой 20 на 20, торцах 20 на 40. А на дверях и дверных стойках также верхушка на торцах для нахлёста поликарбоната. Поликарбонат 0,8 плотности. 4 мм. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем и перфолентой везде. На торцах стоят уплотнительная резинка. Козырёчек над дверью. В этом торце дверь с форточкой. На форточке стоит термопривод для автоматического проветривания. И в конце теплицы дальний торец. Форточка тоже с термоприводом. Также теплицы стоят укосины для большей жесткости. Конструкции фундамент установлены на бетон и сделано крепление бруса к бетону. Брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Цвет теплицы цвет шоколад, полимерно-порошковым способом покрытия. Небольшая особенность этой теплицы — это средняя арка, сделанная в виде ферм для большего усиления конструкции. Ну, труба 1,5 мм, поэтому клиент перестраховался, хотя тут и так все мощно. Вот такие красивые теплицы от Уральской усадьбы. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочную 3М 3х6. Приступили к монтажу. Собрали каркас, один торец обшили, фундамент, брус скрутили. Еще один торец и все по ходу. Монтаж продолжается. Собрали каркас полностью, обшили торцы, надели уплотнительную резинку. Козырёчки. В дальнем торце форточка. Ну и все по порядку. Прикрываем поликарбонат. Обшиваем двери с форточками. И все, и готово. Закончили монтаж теплицы. Теплица арочная 3М. 3 метра в ширину. В длину она 6 метров. С шагом метр можно сделать любую длину. Значит, изготовлена конструкция с профильно-оцинкованной трубой 20 на 20, в торцах 20 на 40 и на дверях. Фундамент теплицы, брус 100 на 100 пропитан антисептиком, стоит на кирпичном основании. В теплице забиты колышки еще, прикреплено к земле еще основательно. Поликарбонат теплицы новатор 0,75 плотности. 4 мм толщина. Все соты поликарбоната защищены перфолентой торцевым профилем по всему периметру теплицы. Значит, в этом торце дверь цельная. Замочек, крючочек. В лучшем стиле Уральской усадьбы. Дальний торец, форточка. Укосин для большей жесткости конструкции, как говорил ранее, колышки в землю. Окрас теплицы порошково-полимерным способом, цвет шоколад. И опять же, усиление центральной арки в виде ферм. Все качественно, четко и надежно. На торце уплотнитель резиновый, козыречек. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!